сотрудниками отдела экономической безопасности противодействия коррупции управления МВД России по городу Твери совместно со следователями Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий в ходе криминализации рынка алкогольной продукции на территории региона в поселке Элеватор города Твери выявлен цех по розливу алкогольной продукции. Предварительно установлено, что данная алкогольная продукция является фальсифицированной, акцизные марки также являются поддельными. Изъятая продукция направлена на криминалистическое исследование в экспертно-криминалистический центр МВД России по Тверской области для установления ее качества и выяснения вопроса, представляет ли она опасность для жизни и здоровья граждан. Как вы видите, объемы производства довольно-таки значительные. Практически промышленная линия для розлива алкогольной продукции находится в здании цеха. Промышленные купажные емкости довольно-таки значительного объема. Здесь находится тара под продукцию, упаковка. То есть бутылки с винтовой пробкой пластмассовые. Упаковочная продукция. Пойдемте подойдем к готовой продукции. Вот здесь мы видим готовую продукцию под маркой «Водка Селигерская», производство предприятия, якобы производство предприятия «Кристалл Валдай», город Торопец Тверской области. Здесь акцизная марка. В принципе, с помощью простой программы, сделанной Росалкогольрегулированием, можно посмотреть, даже не проводя экспертизы, является эта продукция легальной или нет. То есть для этого необходимо сканировать штрих-код марки. Вот. Вот просканировалась верхняя часть штрих-кода. Нижняя часть. И вот анализируются данные. Результат проверки. Продукция находится в незаконном обороте. То есть уже покупатель, в принципе...